Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. А это стартовая расстановка гостевой команды. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. А это стартовая расстановка гостевой команды. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. А это стартовая расстановка гостевой команды. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. А это стартовая расстановка гостевой команды. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. А это стартовая расстановка гостевой команды. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть. Первый удар по мячу, и игра началась. Хорошо мяч перехватили в атаке. Хюнтелар. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Как же так, он не попал? А такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут.